И снова мы в Высоцке. Ну сейчас где? Давай нальем и отпустим. Давай. Как в том анекдоте. Давайте в другую рынку. Да. Одна за другой. О! И снова мы в Высоцке. Ну сейчас где? Здесь что-то обрушилось, вон смотри. Лаз, вот в который я тогда лазил. Видишь, какой здесь кирпич. И снова мы в Высоцке. О. Ну сейчас где? Вот здесь, да, снимали фрагменты из особенностей национальной рыбалки. Я уже выкладывал ролик про это. Обязательно его посмотрите, ссылочка внизу в описании. И снова мы в Высоцке. Как будто привезли грузовик песка и засыпали. Ну сейчас где? И снова мы в Высоцке. Видел, когда сосульки идут назад, выливаясь в поле. Здесь искажение гравитационного поля, видишь? Загибаются. Замкнулись. И сейчас где? И снова мы в Высоцке. И сейчас где? Дима! Да. Я смотрю, стоит Дима. И написано Дима. И снова мы в Высоцке. Ну сейчас где?